успешный дебют. Впервые свое вокальное мастерство воспитанница Ирины Оськиной Татьяна Губина проверила на международном конкурсе фестиваля «Волга в сердце впадает мое». Выступали перед профессиональным жюри впервые в жизни и Алиса Косицына, Варвара Надысина и Ксения Туваева. Варвара стала лауреатом третьей степени, а Алиса, Ксения и Татьяна взяли серебро вокального конкурса фестиваля. Было очень интересно. Было очень интересно посмотреть на их, поведение, отношения, это очень важно. Они друг на друга смотрели, они учились на выступление тех ребят, которые уже имеют практику сценическую и конкурсную деятельность, которые уже имеют звание лауреата всероссийского и международного уровня. Это очень хорошее подспорье. Показали свое мастерство и опытные воспитанники Ирины Оськиной. Денис Савельев стал лауреатом второй степени в номинации «Эстрадное пение». Первое место присудили выпускнице отделения «Музыкальный фольклор» Дарине Кальвит в номинации «Народное пение». Дарине также предложили поступить в учебное музыкальное заведение на вокал. Ансамбль «Горница» стал лауреатом первой степени в номинации «Ансамбли смешанный состав». Мне понравилось то, что ребята были едины. Это то, что необходимо для любого коллектива из нескольких человек. Вот одно целое. И в преддверии этого конкурса у нас были выступление в воинской части, выступление перед зрителями, саровчанами. Все это сподвигнуло к хорошему выступлению на конкурсе. На этом медальный дождь в Дыши-2 не закончился. Воспитанники Сергея Бельдюгина, ансамбль «Задоринка» стали лауреатом второй степени. А солисткам Екатерины Чичаевой и Ольге Забродиной присудили первое и второе место конкурса. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.